Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Себастьяно Лучани или Себастьяно дель Пьомбо, Витория Колонна, 1520-1525 год, дерево, холст 96 на 2,5. Себастьяно дель Пьомбо — венецианский художник высокого возрождения, чье творчество характеризуется умелым сочетанием свойственного названной школе колористического подхода к живописи и римской монументальности форм. В его произведениях ощутимо воздействие Джордоне и Тициана. Кроме того, мастер испытал влияние Рафаэля, что придало композициям его работ уравновешенность. Личность свысока взирающей на зрителя загадочной девушки, изображенной на данном портрете, точно не установлена. Возможно, дель Пьомбо запечатлел Виторию Колонну, знаменитую поэтессу и влиятельную интеллектуалку своего времени, которая была дружна с Микеланджело, или же Джулией Гонзага, аристократку и патронессу людей искусства. Она может быть любой почитательницей книг и писем, современный художник, имевший знатное происхождение. Кем бы на самом деле не являлась портретируемая, ее правая рука, покоящаяся на груди, и левая, указывающая на книгу, призваны показать высокий уровень духовного развития и подчеркнуть мудрость героини. Ну, вот такое описание я нашел в интернете к работе Себастьяно дель Пьомбо «Витория Колонна». Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом книги «Великий музей мира». До свидания.